Привет! Добро пожаловать на канал Альфия ФМ. С вами я, меня зовут Альфия, и в этом видео я вам покажу свои очередные находки на Алиэкспресс. О, я люблю этот сайт. Я действительно на нем очень много времени провожу, достаточно много разных красивых штучек нахожу. Некоторые приобретаю, ну а некоторыми я просто хочу с вами поделиться. Теперь каждый четверг я буду по мере возможности выкладывать подобные видеообзоры, поэтому если вам интересно, то, пожалуйста, переходите. Во-первых, подпишитесь на канал, а во-вторых, переходите в плейлисты, и там вы найдете обзоры на Алиэкспресс и на покупки с Алиэкспресс. В этом плейлисте он так и называется — обзоры покупок. Ничего сложного. Ну что, давайте без долгих вступлений начнем. Все ссылки будут в описании под видео. Итак, сегодня я вам покажу столько красоты, столько красоты. Давайте начнем с кухни. Это, наверное, уже пусть будет такой традицией некой, но вы только посмотрите, какие я красивые нашла фартуки. Допустим, вот этот. Он такой весь розовый, такой стильный, и мне очень нравится, что вот эта сама ткань сама по себе такая, знаете, красивая, как будто вот домотканное полотно какое-то. Ну, мне кажется, это круто. У меня есть достаточно много, ну как много, у меня есть 4 прям идеальных фартука, которые я обожаю, я их ношу, я ими пользуюсь. Мне нравится во время готовки их надевать или во время уборки. Мне это прям просто очень-очень нравится. Поэтому я время от времени присматриваю себе вот подобные фартуки. Может быть, когда-нибудь я его приобрету, но правда, очень красиво, и цена действительно 1400 за такой фартук, ну вот такого качества, мне кажется, это класс. Во-первых, он прослужит достаточно долгое время, ну и, блин, красиво, очень нравится. И давайте сразу же не будем отходить от темы фартуков, смотрите, какие красивые комплектики я нашла. Мне, конечно, вот эти вот нарукавники, они мне больше нравятся просто для эстетики. Я не знаю, ну, может быть, есть в этом смысл, да, надевать вот такие нарукавники, ну, наверное, нет. Но очень красиво, блин, я прям, наверное, просто ради интереса бы в таком ходила. Ну и, конечно же, мои любимые рюшечки, вот это все такое. Мне нравится вот эта клетка на вот этой ткани, да. О, это класс. Сочетание розового и серого прям круто. Но потом я еще увидела вот эти, что вот зелененькие, знаете, с листочками. Блин, вообще, я пропала. И теперь я не знаю, как выбрать между этими тремя фартуками, и поэтому не покупаю ни один. Ну, очень нравится, прям очень. Я, правда, каждый раз, когда что-нибудь собираюсь покупать, я каждый раз пролистываю вот эти фартуки и не могу выбрать. И от этого мучаюсь очень сильно. Ну, короче, у меня есть такая проблема, что я очень тяжело выбираю. Давайте дальше мы с вами перейдем к этому красивому подносу. Вообще, я, конечно, очень сильно люблю подносы, у меня есть тоже несколько штук, я прям фанат, знаете, но ротангового нет, и мне очень понравилось то, что он такой, знаете, как будто и на ножках, но тем временем он устойчивый достаточно, да, и вот эти бортики, ну, прям замечательно. Правда, цена, конечно, кусается, но, блин, оно того стоит. Я так понимаю, что это все тоже ручная работа. У нас в городе, допустим, тоже есть умельцы, которые делают подобное такое, что-то плетут из ивовой лозы и так далее. Надо бы у них узнать, сколько это будет стоить. Ну, класс, конечно, это все недешево, понятно, что даже здесь, в России. Очень нравится, представляете, какая атмосфера. Ну, это, конечно, такое летнее, да, вот абсолютно настроение. Ой, я прям пропала, девчонки. Дальше давайте тема кухни у нас. Смотрите, какая замечательная форма для гонконгских вафель. У нас в Челнах есть подобные вафли, их готовили, я тоже брала, пробовала, мне нравится. Мне нравится то, что вот эти вот шарики, в них можно, то есть
положить начинку. То есть, когда наливается тесто, они сразу же туда кладут начинку, причем абсолютно разную. Это и риски, и киндер, и сникерс. Что хочешь, могут так, короче, наложить. Вижу бы это, тебе нравилось. И сладкую, и соленую начинку. И затем, когда уже закрывают верхней крышкой, вот это все тесто поднимается, и получаются такие выпуклые шарики. Это очень вкусно, это интересно, прикольно. Блин, ну класс. Мне кажется, что 1500 отдать за такую формочку, это интересно. Главное теперь, чтобы она была, конечно, долговечная, но вроде как по отзывам нормальная. Интересно. И тут, давайте, ну это, наверное, отдельно уж не буду, но Новый год не Новый год, но я на них смотрела, если честно, на вот эти вот варежки для столовых приборов еще в прошлом году. В этом году так и не поняла, хочу я их в итоге или не хочу, но они мне нравятся. Мне нравится, что можно создать при их помощи такое интересное настроение, да, застолье новогоднее. Красивые, вот прям очень красивые, правда нравятся. Может быть, я их действительно-то и куплю. Что там всего несколько штучек надо, то есть, ну, не 20 же штук. Ну, хотя у кого сколько гостей, у нас по 20 гостей не приходит. Вот, мне кажется, интересные такие, красивые, для настроения прям оно. Дальше. Давайте мы с вами перейдем снова к косметике. Я, в общем, уже рассказывала в прошлом видео, что у меня есть только одна помада, и то это бальзам с Алиэкспресс. Но так как мне вот стало интересно посмотреть, что у них есть еще, мне понравилась еще вот эта вот помада. Но это тоже наподобие вот Water Lip, да, это наподобие эти. Ну, просто как такие блески для губ, грубо говоря. И они есть вот с клубничкой, с авокадо и так далее. Ну, то есть красивая такая у них и обертка, и вроде как интересненькое этот, содержание. Вроде ничего. В общем, думаю, может быть, я их куплю. И вот, смотрите, какая у меня здесь палетка для теней. О, боже мой, я когда увидела вообще просто вот эту картинку, которая наверху, да, вот на этих, на коробочках нарисована. Все, я уже пропала, я уже сказала, заверните мне все, я все беру. Но в целом мне еще понравились там эти сами тени, то есть палетки сами тоже замечательные. Можно подобрать под свой цветотип, да, или как там вы привыкли краситься. Ой, думаю, теперь не могу выбрать, что я хочу, какую палетку. Ну, прям очень нравится, представляете, вот с такой палеткой краситься. Ну, это же вообще замечательно. Ой, прям глаз радуется, когда даже просто на фотографию смотрю, не могу. Класс. А еще тут у меня, смотрите, какая косметичка. Мне кажется, что это такой замечательный подарок для подружки. Допустим, ну, какой-нибудь такой праздник, да, небольшой. Почему нет? Я сама люблю тоже косметички. У меня есть они, я пользуюсь. Есть такая дорожная одна, есть одна такая парадно-выходная. Но в целом, как бы, косметичка, мне кажется, это такое, ну, нужная вещь. Потому что все равно мы берем с собой косметику куда-то. И вот тут эти ушки, вроде всего-то, вот что такое, да, всего там два клочочка маленькой ткани, но уже она такая вся милая становится. Мне прям очень нравится. Прям класс. Я вот говорю, я на них смотрю, я думаю, может быть, я кому-нибудь возьму в подарок из своих подружек. Порадую девчоночек моих. Так, дальше. Смотрите, вот эти зубные щетки. Кто-нибудь из вас пользовался либо то подобными щетками зубными, это бамбуковые, я пользовалась, мне в целом понравилось, поэтому я и вижу смысл купить вот этот набор. Здесь получается сколько? 10 щеток, да, вот этих зубных. Учитывая, что, в общем, у меня есть мои подружки, которые сами стоматологи, то есть моей ровесницы. И я у своего стоматолога тоже консультировалась на этот счет, что нужно ли покупать супер дорогую зубную щетку, да, или там еще что-то, какая-то там степень жесткости. В общем, они все в один голос говорят, что можно купить и за 20 рублей вообще зубную щетку. Главное правильно чистить зубы, а не то, с какими она там у вас наворотами и так далее.
Я их послушала, и все, я перестала с тех пор, уже вот, ну, сколько, несколько лет, наверное, я уже беру самые обычные зубные щетки и вообще не заморачиваюсь, просто главное пользоваться там зубной нитью и так далее, и так далее. Ну, в общем, соблюдать гигиену рта. То есть вот эти щетки тоже хороши, и вот я думаю, может быть, я их возьму, кстати, потому что цена вообще приятная, приемлемая, прям класс. Реально, как вот я и сказала, да, за 20 рублей получается там одна зубная щетка. Дальше, смотрите, мне нравятся вот подобные маленькие сумочки, потому что все равно есть, допустим, одна помада или какая-нибудь мелочевка, да, что-то подобное, вот, чтобы оно не болтыхалось все по сумке. У нас у девчонок всегда в сумке куча всего и ничего не нужное. Вот. И для того, чтобы более-менее поддерживать порядок, допустим, в сумочке, я пользуюсь подобными вещами. Но нет, вот здесь мне понравилось, что они достаточно широкие, потому что у меня плоская такая сумочка есть. Я в ней действительно храню буквально невидимки, помаду и все, по-моему. Там особо-то, ну, вообще ничего, короче, не вмещается. Резинка может еще поместиться и все. А сюда, мне кажется, поместится немножко больше. Я хочу, в общем, вот такую штучку приобрести. Ну и, конечно же, здесь такие милые принты. Мне это так нравится тоже. Прям люблю-люблю, не могу. Буду выбирать, какой взять. Так, что еще, что еще? Вот, давайте, Новый год же скоро вообще. Я уже прям не могу в предвкушении вся. Я хочу заказать вот подобные наклейки. Части, наверное, я, если не успеют, я их буду использовать в этом году. Если нет, то останется на следующий год. Новый год, он как-то каждый год как бы все равно пригодится. Я веду ежедневники, и мне очень нравится, когда, то есть вот на моих листочках, страничках есть какая-нибудь красивая наклейка, и я время от времени на Али беру вот эти наборы. Иногда бывают они тематические, у меня были осенние, были летние наборы, и вот хочу такой тоже новогодний, пусть будет, это круто, тем более стоят копеечки, здесь 50 наклеек за вот сколько, 53-54 рубля, грубо говоря. Ну, это прям, это очень дешево, действительно, потому что вот у себя, допустим, в городе я подобную дешевизну не встречаю. И, ну, чтобы это было так красиво и то, что я хочу. Короче, прям надо брать, по-любому. Давайте перейдем к носочкам. О, Инга, вам большой привет отдельный. Вы написали, что тоже берете носки. О, я их тоже люблю, мне прям нравится. Мне вот эти носки чем понравились? Тем, что, смотрите, здесь такие красивые вшитые уже идут, как они называются, вставки, да, вот с животными. И мне понравился сам цвет, выбор цвет, цветовой палитры вот этих носочков. Она прям очень-очень, я вот прям смотрю на них и думаю, может быть, я их возьму. И вот эти с девочками, боже мой, здесь я, наверное, не смогу выбрать. Здесь, наверное, я возьму все. Но мне очень понравились. Мне кажется, это так круто. Я прям люблю такое, прям чтобы необычненькие носочки у меня были. Это класс. Ну что, теперь давайте я вам еще покажу вот эту полезную свою находку. Это наматрасник. Он из такой непромокаемой ткани, видимо, там какая-то подкладка. Ну, в общем, по цене, что в городе брать, что на Али заказывать. Но на Али чем интереснее? Тем, что здесь можно выбрать цвет цветового решения, да, какое вам больше нравится. Можно прям взять какой-то детский, можно взять темный, брутальный и так далее. Темный, конечно, чем более удобен, тем, что он менее маркий, ну, почему бы нет, я вот сама задумываюсь, может быть, я возьму такой темный матрасник. Дело-то такое, нужное, полезное. И давайте перейдем к одежде. Я вам сейчас покажу такие платьишки не могу. Смотрите, какое платье. Боже мой, мне оно вообще понравилось, я не могу. Я люблю такой фасон. Во-первых, мне понравилась вот эта длина, да, орнамент. Я прям, я вот сейчас на него смотрю, я просто не могу оторвать глаз, потому что, ну, оно нереально красивое. И оно такое женственное. Я прям уже вижу, как я в нем рассекаю себя на работе. Все такая, волосы назад. Класс. Вообще, ну вот прям безумно нравится.
И мне что хочу отметить, то что, допустим, вот подобное платье я могу носить и летом, и осенью, то есть весной. Ну, такое оно, за счет того, что темный фон, оно такое демисезонье. Правильно сказала? Вне сезона. Ну, в общем, что не только летом можно его носить. Потому что вот это платьишко только на лето я вижу. Но оно тоже идеальное. Вот только посмотрите на эти высокие манжеты. И на вот эти вот рукава-воланчики. И на этот подол. И, боже мой, у меня обморок. Я вообще, я так полюбила вот эти два платья. Я прям... Где бы столько денег взять, чтобы все-все-все-все купить? Прям не могу, хочу-хочу, не могу. Так нравится. Дело в том, что я уже покупала платье на AliExpress, и мне достаточно хорошо подходит размер, то есть вот в их размерной сетке, там же они пишут, сколько сантиметров и так далее. То есть я измеряю и выбираю наиболее подходящий для себя. И то есть у меня нет такого страха покупать одежду на Али. И поэтому из-за того, что этого страха нет, я так много хочу, что прям не могу. Ну и давайте я вам напоследок покажу, по-моему, напоследок. Да, вроде все показала. Давайте покажу вот этот свитер. Смотрите, какие у него милые сердечки в узоре. Ну просто невероятно. Я такой тоже очень-очень люблю. И мне кажется, он такой уютный, романтичный, создающий настроение, легкости. Его можно носить весной, зимой, осенью, когда хочешь. Ну прям классный. Вот мне такое нравится. То есть вроде как он и не скучный, и необычная вязка, но и не слишком оляпистые, не такие прям принты, да, там со всякими стразиками. Вот прям классный. Вот очень-очень-очень мне понравился этот свитер. Могу сама связать? Наверное. Не знаю, не уверена. Ну, короче, так, наверное, точно пока еще не могу. Не до такой степени я еще хорошо вяжу. Но в целом мне прям очень нравится. На этом все. Я хочу вас поблагодарить за терпение, то, что вы досмотрели такой длинный-длинный ролик. Вот, благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нас ожидает много интересных новинок. И вообще, что-нибудь я вам интересненькое еще принесу в следующий четверг, поэтому не теряйтесь. Приходите. Я вас всех-всех обнимаю, целую. Пока-пока.